Меня зовут Ольга Жукова. Группа компаний «Центр бизнес-развития» «Кит Медиа». На самом деле мы с Bittrex очень давно, с 2011 года, наверное, одни из первых на рынке, кто вообще увидел возможность и увидел классный продукт. Мы очень долго, там, 18 лет на рынке, занимались интернет-рекламой, мы долгое время были Mail.ru представители в 16 регионах, то есть так в этой теме варимся уже, да. И наш руководитель увидел возможность, говорит: смотрите, ничего, никаких бумажек, все будет в интернете, давайте пользоваться. И мы, собственно говоря, вошли на этот рынок. Мы изменились. Мы стали мобильнее, мы стали более скорые, мы чувствуем себя всегда на гребне. Вот это очень важное чувство, когда ты не плетешься на падающем рынке, а мы работали на падающем рынке, когда ты понимаешь, что все, болото, да? Вот здесь этого ни разу не возникло, вот за 11 лет ни разу. Всегда какие-то новшества, всегда развитие, всегда здорово. И это твой мозг, мой мозг, да, заставляет тоже все время думать наперед. Bittrex 24 для нас, для наших клиентов, это виртуальный офис. Это первая составляющая, да, то есть не нужно там ходить в физический офис, ты открыл ноутбук и, в общем-то, ты уже на работе. А вторая часть – это ускоритель бизнеса, это конкурентное преимущество, это возможность очень быстро внедрять новое, тестировать, да, то есть это ускоритель. Самое главное, что дает нам Bittrex – это причастность к очень большому делу, потому что Bittrex помогает ускорять компании, помогает им работать быстрее, быть более конкурентными, а это значит, ну, в общем-то, развивается наша страна. Как бы пафосно это ни звучало, да, мне это очень нравится. Если спросить любого сотрудника нашей компании, что важно в работе, то первое – это помогать клиенту. Для нас это реально важно, это не пустые слова. Если говорить лично про меня, что Bittrex дает мне, я очень люблю быть мобильной и все время ездить. Когда раньше я работала в офисе, да, а мы работаем с 2004 года, и можно, да, там 6 лет, то ты чувствовал, что ты все время привязан, что если ты уезжаешь, у тебя возникает какой-то вакуум вообще в жизни. И именно связанный с работой. Когда появился Bittrex, да, и когда мы его таки внедрили, то я вообще могла быть там в офисе, не знаю, 5-6 раз в месяц, да, все остальное время я где-то езжу по командировкам. И у меня нет ощущения вакуума. Мы встречаемся с некоторыми клиентами, которые немножко потеряны, да, то есть они видят, что есть такой Bittrex, видят, что есть такая компания, как мы, которая там работает, внедряет какие-то инструменты, потому что мы очень много там снимаем роликов, и я вижу их потерянность, и мне очень хочется помочь, чтобы они были тоже на этот гребень вскочили, да, и были лучше, чем конкуренты. Bittrex и люди Bittrex, это, а прежде всего компания, это люди, это результат, это человечность и это визионерство. Очень люблю Bittrex. Ну, правда. Я не знаю.